Ну что, мои маленькие любители дрифта и наркоманских увлечений, решил я провести еще один дрифт-тест, теперь уже на шипах. Короче, в Чите внезапно выпал снег, второй раз за зиму, но ничего, нам это не помеха. Кто-то тут уже размялся на трассе вчера. Лед пока еще не растаял даже у берега. Это очень хорошо. Короче, я тут немножко прибарахлился у братьев жигулистов. Смотрите, какую мне резину дали. Мишлен 4. Практически новый. Немножко на нем в дрифте участвовали. Сейчас, короче, затестим, что за параша. Диски ниловские, что ли, 15. Сверловка подогнанная под 4 на 100. Короче, пара вот таких мишиных членов. И пара вот таких бриджей 14. Сейчас затестим шипы. Короче, 2 14 колеса, приели в багажник, что-то с трудом вошли. А как я буду вообще зимой возить колеса на дрифт? Не знаю, в салон запихивать придется, что ли? Что-то синус какой-то маленький. Пришлось бампер задний снять. Потому что я померил эти мишлены 15. Они, короче, у меня в бамперу здесь упираются. Мост немножко то ли кривоватый стоит, то ли что, почему-то сзаду смещена ось. И сами колеса размера какого-то дичайшего. Они здоровые сильно. Пришлось по-быренькому вчера скинуть бамперок. Поставим резину и поедем, погоняем. Немножко прокатился уже на липучке. Снег, сука, мешает теперь. По нему зацеп появился. Кстати, на липучке довольно-таки неплохо стало вроде гонять. Но, блин, уже не то. Ладно, будем надеяться, что мы сейчас шипами этот снег размутузим. Вообще, надо какую-нибудь лопату совковую с собой взять. Вот такой получился багги на задних ниловских колесах, запрещенным цареграфцем на красном кольце. Сзади, короче, сделан такой небольшой догруз из двух колес, килограмм 30, чтобы больше было похоже на правду, потому что я здесь снял бампер, который весит килограмм 7. Бензобак полупустой и запаски нет. Ну и морда вперед немножко наклонена. Я думаю, так будет более правильно. Ну все, хули, погнали. Сейчас проверим, что там за мишен-шлен. Мишен-шлен. Погодка сегодня вообще располагает. Падала колесница, сука. Короче, все нормально. Но теперь, блядь, зацепа слишком много из-за этого снега сраного. В прошлый раз был один чистый лед на липучке, теперь снег и шипы. А еще редуктор сзади у меня свободный, поэтому как-то, блядь, все непонятно. Надо было с собой какую-то лопату или метлу взять, подмести аэродром или что. Ну так вроде намного лучше, веселее. Ну, в принципе, повадки те же самые сохраняются. Резкий такой, как понос. В угле идешь, чуть больше газа дашь, и полетел жопой вперед. К этому нужно сильно привыкать. Короче, льда еще много. Будем надеяться, что снег подрастаскают. Наверное, завтра еще приедем. Вову возьмем. Снег, сука, сильно мешается. Мне бы хотелось бы попробовать, но в условиях таких, как на соревнованиях, нормальный лед, блядь, чистый. Ладно, сейчас попробую что-нибудь снять сбоку. Ну и, короче, плохие новости. Вроде только что ездил, сел в машину, начал трогаться, она, блядь, не трогается. Короче, залез, посмотрел на муфту, вот такая хуйня. Перегрелась, блядь. И походу ей пизда.
сюда, блядь, ты чё, уёбок? Охуеть, блядь, тачка без меня чуть не уехала. Короче, это муфта что-то моросит. Охуеть. Заработала, блядь, или чё? А, походу, перегревается, нахуй. И если в прошлый раз нагрузки на нее нихуя не было, а сейчас она, видимо, нагревается. А, короче, как остынет, холодная начинает туго вращаться. Видимо. Как нагреется, начинает, блядь, пропускать или чё. Так вот вроде. Вторую сейчас включил, едет. Так. Еще непонятно, то ли колеса буксуют, блядь, то ли муфта. Музыка еще ебучая орет. Заткнись, Элис Купер. Короче, первая передача, поехали. Вот вроде ожила. Короче, что-то она мозги ебет. Есть шанс остаться где-нибудь на озере вообще без колес. Одной рукой никуда не удрифтую. Мне нужно оператора. Мишлен цепляет за подкрылки. Короче, я не могу нормально угол взять. Одной рукой. Перекладочка почти удалась одной рукой. Но тут такой момент опасный, он когда начинает сильно углиться. Он чуть газу поддал и сразу начинает жопу тащить. Так, что, все, походу муфта опять нагрелась. Со второй буру. Короче, когда много газа даешь, вторую, третью передачу начинает, видимо, работать. Я газовин не тянет. Тяги-то нет. Все, блин. Ездили с ним. Короче, надо домой ехать, пока она совсем не сдохла. Не, покус не прошел немножко. А так поначалу ничего, лучше было, чем в прошлый раз на липе. Зацепчик появился. Я думаю, все будет отлично. В следующей зиме все подготовим получше и будет вообще пушка-гонка. Будем составлять конкуренцию Жигулям. Чуть позже мы его еще взвесим на весах. Вместо муфты надо будет сделать жесткую какую-то вставку. Такие дела, пацандры. Отбой на сегодня. Тест Мишлена немножко не удался. Не, ну главное, чего я хотел, я добился. Понял, как оно работает. Все, пиздец, я вообще застрял. Ладно, всем пока.